Егор, ну давай начнем с матча. В целом, тяжело сегодня было начать после такой длинной паузы? Ну, после паузы, наверное, нет, не тяжело, но сам матч и по интенсивности, я думаю, очень приличный был. И по содержанию, поэтому, да, особенно во втором тайме, я думаю, хороший темп. Скажи, сильно скучал по чемпионату уже, когда ждал, когда он начнется? Я думаю, все скучают сильно, да, по эмоциям, по всему этому. Ты в старте, Николай Камличенко травмированный, ты уже сравнялся в бомбардирской гонке с Осипенко. Какую ты перед собой ставишь дальше цель? Забивать каждый матч, приносить пользу команде. У тебя есть какой-то предел, может быть, того, сколько ты можешь забить до конца этого сезона? Наверное, 31 гол в 37 матчах. Да? Ну, вот этот предел будет, наверное. Ну, это для меня то. В прошлом сезоне ты мне говорил, что ты спорил с фанатами Крылья Советов, с другом своим. Да, да. Ты спор проиграл. Да, я уже сделал наказание. Да. Есть ли спор на оставшуюся часть сезона? Предложил тот же друг, но предложил не просто кто. В общем, то, что Ростов по итогам сезона оказывается выше Крылья. Ты согласился? Нет, я не согласился, потому что отрыв слишком велик, я считаю, просто нечестно. Угу. Как ты оценишь шансы Ростова? Сможет ли он побороться за топ-5? Давай сначала не вылетим, да. Потом уже будет смотреть. Сегодня опубликовали список сборной, расширенный. Ты не в списке. Ну, честно, не сильно ждал там себя увидеть, потому что сейчас не нахожусь в тех кондициях, даже, к примеру, был тогда вот перед паузой хорошей кондиции. Сейчас мне надо набрать, прежде всего, свою форму и привести себя в порядок. Ты обсуждал с Валерием Георгиевичем, чего тебе не хватает, чтобы получить вызов в сборную? Нет, да. Ну, он так, все недостатки говорит прямо, как бы, и над чем нужно работать, когда работать. Можешь назвать, над чем нужно поработать? Ну, наверное, где-то завершение, где-то техника. Много факторов, поэтому сейчас перечисляю. Ты сегодня забил гол и не праздновал, ты поднял руки вверх. Какие у тебя отношения остались сейчас, ну, с Самарой, с самарскими болельщиками? Совсем близкие отношения. То есть для меня Самара – это родной город, а Крылья Советов – это тот клуб, который подарил мне путевку в большой футбол. Поэтому только теплые отношения. Последний вопрос – это тебе нужно собрать футболиста. То есть, смотри, левая нога, кого ты выберешь? Евгений Чернов. Я сейчас соберу всех футболистов Ростова. Ну хорошо, давай. Правая нога. Ну, Вахани. Техника. Щитильник. Физические данные. Мог.